Около 6 тысяч калымчан получат ежемесячную выплату в повышенном размере. С 1 февраля она увеличится на 4,9%. Выплата будет доступна всем федеральным льготникам. Это инвалиды, лица, пострадавшие в техногенных катастрофах, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие категории граждан. Набор социальных услуг, входящий в состав выплаты, у всех одинаковый. Сюда входят предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 933 рубля 25 копеек в месяц. Оплата путевки на санитарно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний в размере 144 рубля 37 копеек в месяц и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или междугородном транспорте к месту лечения и обратно на сумму 134 рубля 4 копейки в месяц. С февраля 2021 года увеличивается и размер пособия на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера.